Окончательно и бесповоротно приветствую вас, друзья! У аппарата Зоди, на аппарате Каллига. Запасайтесь булками, готовьте лимонад, друзья, мы продолжаем наше прохождение. Здесь какая-то битва была, как мы видим. И вот там вот что-то интересное. Видимо, туда мы в итоге и придем. Похоже. Здесь время и вправду замерло. Ты прав. Специально для тебя. Здесь время имеет особое значение. Ого, какой ты большой и страшный. Ох, сколько их там. И кто-то гигантский прямо. Там несколько таких прям здоровенных, смотрите. О, кстати, точно, нужно ведь собирать картинки. Надеюсь, я там позади не пропустил ни одну. Война. Конечно же, та самая, которая никогда не меняется. Действительно. Именно. И никогда не прекращается. Еще одно проявление жизни. Пожалуй, главное. Дело не в том, что какие-то армии постоянно схлестываются на мифических полях сражений. Просто каждый хочет залезть на голову каждому. Поднять под себя как можно больше. Уничтожить всех и все, что мешает. Да. Перпетум мобиле не находишь? Настоящий вечный двигатель Вселенной. Не больше и не меньше. Ну уж нет. Ты хочешь сказать, что только желание доминировать движет людей к новым открытиям? Нет. Это желание способствует только одному. Растоптать все, что создал не ты, что мешает тебе быть главным. Продолжай. Настоящий двигатель прогресса — это любопытство, желание делать мир сложнее и насыщеннее. Эти две истории очень легко перепутать. Просто чужое любопытство тоже, как правило, становится одним из инструментов войны. Ты думаешь, одно может существовать без другого? Мне такого видеть не приходилось, но я надеюсь, что еще остается. Так, здесь и огнестрельное оружие было тоже. И даже танк. Да.
Да, именно война. Война. Война никогда не меняется. Что это такое? А, понял. Снаряд упавший. Взрывная волна. Нам, очевидно, нужно подняться в эту крепость. Ну, давайте еще походим, может быть, еще найдем рисунки. Ух, как качественно сделано, смотрите, прямо брызги идут. Нам туда. А все они? Хоть кто-то добирался до верха? Каракулу? Нет, конечно нет. Какой бы тогда был смысл во всем этом? Хочешь сказать, что мы тут на привилегированном положении? Можешь и так считать, конечно, но, честно говоря, сомнительные привилегии на мой вкус. Тут внизу веселье, а наверху что? Вот добрался ты до верха, получил все ответы и... Опять ты за свое. Как будто кроме этой бойни внизу и оракула наверху больше ничего нет. Иногда это звучит очень правдоподобно. Значит, наверху находится оракул. Так, ну что, нету здесь еще рисуночков? А, вот есть, кстати говоря.
что же здесь нарисовано? Ага, хулиганы, гопники. Если я не ошибаюсь, еще 3 рисунка нужно найти. Мы нашли 17 из 20. Так, вот там еще один лежит, великолепно. Но мы сейчас сходим в эту сторону. Вот сюда вот мы еще не ходили. Так, куда это я иду? Куда-то в тупик? Не думаю, что мне сюда нужно вообще. Да, я сомневаюсь, что я должен был сюда идти, но раз уж мы сюда попали, давайте осмотрим. А жалко, что бегать нельзя, хотя в этой игре особо как-то такой надобности пока что и не возникало. Ну ничего, прогулялись, хоть посмотрели, что сзади там находится. Оказалось, что ничего. Так, можно и сюда тоже подняться. Так, там я все осмотрел, да? Или нет? Стоп. Я там сразу... Оп, сразу пошел туда, перелез. Еще раз быстренько гляну на всякий случай. Потому что эти рисунки тоже нам дают кусочек информации.
Не хотелось бы их пропускать. Так, а нет, по-моему, все здесь осмотрел. Кажется, да. Так, ну мы поднимемся по центру, потому что там еще один рисунок лежит. Если я не сбился со счетом, то 18-й. Это что, конкурс красоты? Судя по всему, да. Просто побоище. Так, еще один рисунок. Сразу же 19-й. Ядерная бомба. Так, и туда можно пройти. И сюда. Буквально мгновение до смерти вот этого. Просто мгновение, доля секунды. Так, вообще нам нужно подниматься наверх здесь. Но я хотел бы посмотреть, что с той стороны. Такс, я наверху. Что теперь? Как-то еще забраться вот сюда прям? А вот и оракул. Не правда ли она прекрасна? Практически совершенство. Это и есть оракул? И теперь
Надо полагать, я получу то самое запретное знание? Конечно, получишь. Подойди ближе, ведь ты добрался до вершины. Так, подожди секундочку, я только вот здесь вот гляну. Обойду еще раз, на всякий случай. Все-таки один рисунок осталось найти. Вдруг он где-то здесь. А, нету. Ну, по-любому где-то пропустил. Хотя, может быть, еще впереди будет. Кто знает. Прости, я немного лукавлю. Знанием, о котором я говорю, обладает каждый из сражающихся там внизу. И тем более обладаешь им ты. Так зачем тогда все это? Зачем эта бесконечная бойня? Прекрасный вопрос. Меня тоже это всегда удивляло. Видишь ли, просто это знание настолько обжигающее, что никто не хочет его замечать. Как это знакомо, да? Все хотят попасть ко мне и узнать свое будущее. Именно страх перед неизвестностью заставляет людей создавать себе иллюзию знания своего будущего из ветра и пепла, называемых властью, контролем и еще тысячей слов. Я понял, о каком знании ты говоришь. Ты говоришь о смерти. Нет, это слишком абстрактное слово. О забвении всего того, что человек называет собой. Именно так. Каждый из них так усердно старается сохранить свое «я» и так неотвратимо теряет его каждую секунду. Просто потому, что это и есть жизнь. А как же боль? Разве не желание навсегда оградиться от нее заставляет людей подчинять себе все вокруг, воздвигать стены? Стены? Из чужой боли? Нет. Боль — это неотъемлемый спутник жизни. Любое изменение личности, даже самое маленькое, и есть боль. И избавиться от нее можно только одним способом. Ты его уже назвал. Забвение. Вот теперь мастер готов задать тебе свой вопрос. Он уже ждет. Воу. Здесь и мечта, и капитан, и оракул, и палач даже. Вот ты и добрался до финала. Настало время для того самого вопроса. Я готов. Можешь задавать его. Ты ведь уже давно догадывался, что меня интересует. Или вспомнил? Давай, произнеси его сам. Конечно, догадался. Или вспомнил. Ты хочешь узнать, готов ли я снова родиться и прожить еще одну жизнь? Да, вот оно распутье. Чего ты хочешь на этот раз? Стереть свое «я»? Обновиться? Родиться заново и снова пережить все то вдохновение и всю ту боль, без которых невозможна жизнь? Или ты, наконец, устал от этой бесконечной гонки по кругу, и все, что тебе нужно — покой и забвение? А что ты думаешь? Чего хотел бы ты? Ведь твое существование невозможно без моего. Ты забыл? Мы ведь две части одной сущности. Твое желание — это и мое желание. Слушайте, ребята, можно даже сделать выбор? Ох, как интересно! Я выбираю новую жизнь. Забвение. Самый дорогой, но и самый доступный дар. Он еще подождет. Я выбираю новую жизнь. Пора рассказать новую историю. Это твой выбор и твое бремя. До скорой встречи, мой старый друг.
Так, куда это нас теперь ведут? Обратно, тем же путем, которым мы сюда пришли. Вот, только в этот раз сразу в комнату без маяка. Мимо ристалищ, капищ, мимо храмов и паров, мимо шикарных кладбищ, мимо больших базаров, мира и горя мимо, мимо Мекки и Рима, синим солнцем палимы, идут по земле пилигримы. Увечны они, горбаты, голодны, полуодеты, глаза их полны заката, сердца их полны рассвета. За ними поют пустыни, вспыхивают зорницы, звезды горят над ними, и хрипло кричат им птицы, что мир останется прежним. Да, останется прежним, ослепительно снежным и сомнительно нежным. Мир останется лживым, мир останется вечным. Может быть постижимым, но все-таки бесконечным. И значит, не будет толка от веры в себя да в Бога. И значит, остались только иллюзия и дорога. И быть над землей закатом, и быть над землей рассветом. Удобрить ее солдатам, одобрить ее поэтам. Ну вот и все, ребята. Игра пройдена, мне очень понравилось, с удовольствием прошел эту замечательную игру. Жалко только, что она такая короткая, я бы еще поиграл бы и поиграл бы. Очень интересно было и очень красиво было находиться в этой игре. Спасибо вам большое за просмотр, не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Как обычно, с вами был Зодия. Удачи, друзья, встретимся в новых, замечательных прохождениях. Пока-пока. Так, ну и давайте само собой посмотрим на вторую концовку. Хватит с меня, я остаюсь. Жизнь, которую мы сотворили, стала невыносима. Пора отпустить все это. Я думаю, хватит с меня, я остаюсь. Ну что ж, тогда этот трон твой. Прошу, присаживайтесь, мастер.